Всем салем, дорогие мои зрители, дорогие мои подписчики. Я приветствую вас на канале Лучик Света. Как ваши дела, как ваше настроение? Желаю вам всем прекрасного, хорошего дня. И, ребятки, дорогие мои мальчики и девочки, сегодня у меня получилось и состояние здоровья получше, и по времени получилось выйти прогуляться в парк. Погода прекрасная, чудесная. Ну, кое-что интересное покажу вам в парке. Деревья подстрижены в виде шаров. Очень красиво. Посмотрите, какое красивое дерево. Сейчас я по этому мосту пройду в парк. Очень много аттракционов. Они начнут работать завтра. Завтра праздник, День защиты детей. И будут мероприятия здесь, в парке. Этот большой батут уже готов принимать маленьких гостей. Скрудж Макдак. Веселая гусеница. Ой, мы катались на этой гусенице. Это что-то. Столько адреналина. И есть еще американские горки. И забыла еще такой огромный корабль. Забыла, как называется аттракцион. Но там вообще... Там даже взрослые мужчины боялись. Аттракцион Аладдин. Куда, интересно, он едет, этот Аладдин? Паровозик деток катает. Вот на таком двухэтажном автобусе экскурсии по городу. Если вы заметили, внизу никто не сидел, все сели на второй как бы этаж, да? Мне сверху видно все, ты так и знай. Ну, удачная им экскурсия. Какие красивые лебеди. Сейчас я им свою самсушку отдам. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду. На том пруду, куда я больше не приду. Вот какой он каспийский осетр. Важная рыба, серьезная. Вот такой колодец. Ну, как бы, наверное, как в старину были такие раньше колодцы. Вот такой кувшин набирать воду. И чаша для воды. Вот и 500.
ребятки, 5 часов утра. Какая благодать, прохладно так, свежо после дождя.